сажу, говорю, возле костра сажу, им пизда будет. Так, потом что? Спальники. Однозначно, будете спать, где придется. Спальники однозначно. Плюс туристические коврики или замена. Ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия. Вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. От срачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Мы мужиков... нету жгутов, собирал. А? Нету в аптеке жгутов. Все, нету. Родственники пусть... Аптечки, блядь, с этих, как его? Автомобильные... Машины, машины, да, да. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Сапоги? Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет. Кровь останавливает. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Прокладки обязательно, ну дешевенькие. Угу. Понятно? Вам туда все сгодится, сейчас сырая погода. У меня там мои друзья, мои товарищи. То есть вот эту всю информацию нам скидывают это. По возможности, ребята, то-то, то-то, этого, это. Медицина. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста.